Здравствуйте. Вы смотрите программу «Наше время» в студии Екатерина Шергова. Президент России Владимир Путин в этом году назначил человека, ответственного за помощь бизнесменам. Уполномоченным по защите прав предпринимателей стал председатель деловой России Борис Титов. Борис Титов предлагает максимально упростить трудовую миграцию для иностранцев, отменить налоги для малого бизнеса, а также выступает за снижение страховых взносов. Как изменятся дела предпринимателей, кто поможет бизнесу в кризис и освободят ли коммерсантов, осужденных по экономическим статьям? Обо всем об этом будем говорить сегодня с героем нашего времени, у нас в студии Борис Титов. Здравствуйте. Добрый день. Давайте сразу начнем с того, что зачем вам это нужно? Хороший вопрос. Ну, зачем мне было нужно создавать комиссию по этике в РСПП, быть членом бюро управления РСПП? Зачем нужно было становиться и работать, отдавать, ну, по крайней мере, 50% своего времени в деловой России, выкрадывая его у бизнеса? Ну, это интересно, и мне кажется, что когда ты делаешь бизнес-проект, то мерилом успеха и интереса является результат, это финансовый результат. А в общественной работе тоже есть очень много интересного, и когда ты достигаешь успеха, это приносит почти такое же, или даже, если не больше, удовлетворения. Поэтому мне это интересно. Ну а насколько актуальна сегодня вот эта вот проблема защиты прав бизнесменов? Ну, почему это там важно именно сейчас, а не было важно, допустим, 2, 3, 4 или 10 лет назад? Ну, это важно всегда. Другой вопрос, что проблема достигла своего апогея. Мы сегодня видим, что коррупционное давление, административное давление на бизнес достигло такого уровня, что просто начался отток капитала из России, практически не создается новых инвестиционных проектов. Живем мы только за счет экспорта сырья и вот распределяя эти ресурсы, поддерживаем нашу экономику и социальную сферу. При этом все другие отрасли, ну, кроме сервисных услуг, которые по импорту не завезешь, все завозится из-за рубежа. И практически мы, это президент признал, деиндустриализовались. Сегодня у нас нет своей промышленности, той, которая была даже раньше. Поэтому сегодня нужно кардинально менять ситуацию с деловым климатом, привлекать инвестиции. А первым номером из всех проблем стоит это защита собственности, защита именно предпринимателей от коррупционного и административного давления. Ну вот смотрите, по идее президент, правительство, это они должны, там правоохранительные органы в первую очередь, побороть ту самую коррупцию, которая мешает тому самому бизнесу развиваться. Но при этом президент назначает уполномоченного по правам бизнесменов. То есть он назначает человека, который будет бороться с теми самыми чиновниками, которые не дают бизнесу развиваться. Ну, это, в общем, нормальное явление, ничего в этом такого нет. Мы, если хотите, заключили некое соглашение. Бизнес с президентом. Цель одна у нас. Сегодня действительно изменить кардинальную ситуацию с деловым климатом, для того, чтобы бизнес в стране развивался. Эта проблема волнует и бизнес, и президента, потому что невозможно развитие экономики без этого. Ну, Борис Юрьевич, вы... Проблема достигла своего апогея, поэтому мы заключили некое соглашение. Он дает нам полномочия, а мы проявляем свои знания, профессионализм, умение и, конечно же, энергию для того, чтобы эту проблему с теми полномочиями, которые он нам даст, решить. Ну вот вы уже второй раз говорите слово «апогей». Вот что стало вот той самой последней каплей, на ваш взгляд? Ну, вот последние... что апогей здесь? Ну, прежде всего то, что у нас практически стагнация. Если раньше мы росли там 3-4% в год, но это был рост, сегодня промышленность имеет отрицательный рост. Мы видим от последние 1.5-2 года уже отток капитала из России. Мы видим, что волатильность на внешних рынках с ценами на нефть, и понимаем, что долго, да, и стабильно развиваться только на одном источнике наша экономика не сможет. Поэтому, ну, вот дошло до той точки. Кроме этого, конечно, идет просто эскалация давления на бизнес. Чиновники... Произошло качественное изменение в рейдерстве. Если раньше там рейдерские атаки, это в основном были свой-своего, то есть брат-брата там по корпоративному цеху, то сегодня это чиновники просто считают это своим бизнесом. И, кстати, не очень даже скрываются, что они отбирают бизнес и становятся сами бизнесменами за счет своего ресурса чиновничьего.
прежде всего, сотрудники правоохранительных органов. Поэтому и в этом тоже произошло качественное изменение. Ну, дошли до той точки, когда сказали, хватит, дальше так больше не может быть. Ну, а вы же успешный бизнесмен. Вы как все эти годы решали эту проблему? Тоже коррупционные составляющие? По-разному. Могу сказать, что в моей жизни были разные эпизоды. И даже пришлось и в прокуратуру как на работу походить. Но это было в начале 2000-х. Я могу сказать, что тогда мне серьезно помогли мои товарищи, потому что по РСПП, я был членом бюро управления РСПП, и просто встали на защиту. Тогда мы создали и потом в результате, кстати, этого и комиссию по этике в РСПП, которая боролась тоже с рейдерством. Поэтому, знаете, тут уже просто друг другу помогали. Ну, то есть ваш личный опыт, он может быть применим на кого-то другого? Я шкурой чувствую, знаете, вот этот холодок, когда встречаюсь с некоторыми правоохранительными органами. Я просто знаю, чем это может грозить. Поэтому, наверное, и, ну, что ли, в этой работе от меня больше толку, да, потому что я сам прошел на себе тоже, в том числе. То есть вы готовы поделиться опытом? Потому что в деловой России мы это видим каждый день. Мы же создали даже центр специально, к которому могли предприниматели обращаться. Уже 1,5 года он работает. Мы 5 человек сумели, слава богу, освободить, хотя это еще не тот показатель, который должен быть. Но даже без всяких полномочий уполномоченного. Поэтому мы видим ситуацию. Мы видим, как людей сегодня сажают, например, по 159-й статье. Это мошенничество натягивает на любые, лишь бы только, значит, иметь возможность, это и удавки на бизнес для того, чтобы отобрать у них собственность. Ну, несколько цифр, если хотите. Ну, там у нас 13 600 предпринимателей сидит в тюрьмах по экономическим статьям. Но вот есть такая 159-я, как я сказал, мошенничество. Так по ней только 1% дел возбуждается потерпевшей стороной. То есть потерпевшие есть только в 1% случаев. Хотя таких дел, например, в 2011 году больше 20 тысяч было возбуждено. По всем остальным случаям возбуждает какой-то или милиционер, или прокурор. Понимаете, да, что даже потерпевших нет, а дела по 159 статье начинаются в 99% случаев. Людей даже на стадии предварительного следствия сажают в СИЗО. При этом по экономическим статьям при возбужденном уголовном деле до суда доходят не больше 60% случаев. Когда, как по нормальным, обычным статьям, больше 90%. Понимаете? То есть экономические дела разваливаются на этапе следствия? Нет, они не разваливаются. Просто их возбуждают для того, чтобы отобрать собственность. В ходе уголовного процесса они отписывают все. В суд уже идти нет смысла. Поэтому до суда решаются все экономические проблемы. Экономический вопрос с тем, кто должен отдать собственность. Поэтому экономические вопросы. Предприниматели сегодня особая социальная группа. Они под особым риском, потому что при том, что они несут особую роль в обществе, когда они создают реальное благосостояние, собственность, новую стоимость, они масса, намного больше, чем другие, подвергаются преследованию. Ну, нечестным, да, несправедливым преследованием. Не буду сразу откладывать в долгий ящик. Вполне очевидный вопрос. Летом, ну, практически сразу после того, как появилась у нас в стране должность уполномоченного по защите прав предпринимателей, и после того, как вы ее заняли, Михаил Ходорковский обратился к вам с просьбой провести общественную экспертизу своего приговора. Ну, в отношении него и своего бизнес-партнера Платона Лебедева. Ну, это так оно и есть. И мы приняли, даже при том, что мы так и не получили конкретного заявления в Центр общественной процедуры «Бизнес против коррупции», который осуществляет такие экспертизы для всех абсолютно. Тем не менее, мы приняли к рассмотрению. Письмо было открыто и опубликовано. Было открыто письмо на мое имя. Я сказал, да, мы принимаем в Центре общественных процедур. Но тут возникло какое-то непонимание со стороны его юристов, что это мы к вам, а не в Центр. Для всех процедура одна и та же, и это не имеет значения, ко мне или в Центр. Все равно Центр будет рассматривать это, потому что там есть своя технология, своя процедура, там есть юристы, там есть общественный совет, который входит много известных людей, которые будут давать свою оценку. Поэтому
все, кто к нам обращается, обязаны пройти процедуру, потому что главное... Ну, вы не стали обращать внимание на процедуру и приняли... Приняли, вот, да. Но цель вот этой нашей процедуры в том, чтобы определить, помогать, не помогать, потому что есть основания, или это там действительно права нарушены предпринимателя, или он пытается, там, виноват, да, рыльца в пушку, но пытается каким-то образом маневрировать для того, чтобы снизить себе ответственность. У нас таких тоже очень много, к сожалению. Понимаю, но я думаю, что дело Ходорковского-Лебедева – это немножко другое. Тем не менее, мы должны провести эту экспертизу. Без этого он говорит, и он писал, да, точнее, о том, что речь идет именно об общественной экспертизе. Да, то есть... Но надо понимать, что это общественная экспертиза, да. Потому что есть юридическая экспертиза. Это немножко другая тема, потому что иногда, вы знаете, в юридических вопросах бывает судов очень много в одну сторону, в другую сторону. Там предприниматели обвиняются, тут же другие суды их оправдывают. Ну, в общем, очень сложные юридические обычно, особенно с нашим законодательством и с нашими судами, ситуации бывают. Поэтому здесь очень важно общественное мнение. То есть люди, которые... вникает в суть вопроса, не в букву, а в дух, да, принятых законодательных, решений судебных. Поэтому здесь очень важна именно общественная экспертиза. Но тут тоже надо понимать, что дело Ходорковского-Лебедева, я думаю, что сутью этого дела вы знакомы, да, и не первый раз слышите о нем. С юридической точки зрения. И поправьте меня, если я не права, по-моему, было обращение в Союз промышленников и предпринимателей еще в начале 2000-х, когда вся история началась. В день, когда его арестовали, мы, как раз я был, будучи членом бюро правления, и тогда уже представителем деловой России, подписал письмо обращение от всех предпринимателей с тем, чтобы вопрос его был решен. Ну, то есть это скорее дело экономическое все равно, на ваш взгляд, и вот с самого начала, 2003 года. Мы его будем рассматривать только с экономической стороны. При этом, конечно же, не с буквально там, значит, только с юридической оценкой соответствия экономическому законодательству или законодательству в экономической сфере, но и в целом, да, как бы ситуацию оценивать, как компания работала, как принимались решения, как в целом ситуация выглядит по Ходорковскому. Поэтому именно общественное будет мнение превалирующим, самым важным. Я думаю, что для этого решение мы соберем сегодня там достаточно много известных имен и с высокой репутацией у нас в общественном совете, но я уже знаю, что есть часть людей, которые бы хотели тоже принять в этом участие. Поэтому мы расширим круг общественного совета специально для именно по рассмотрению этого дела. А вот после того, как будет готова экспертиза, и я сейчас в данном случае говорю совершенно не обязательно о деле Ходорковского-Лебедева, а о деле там любого бизнесмена, который попросит вас, как уполномоченного, как омбудсмена, заняться экспертизой, общественной экспертизой его дела. Вот после того, как эта экспертиза готова, что вы будете с ней делать? Какова ее судьба? Или это просто констатация факта? Значит, если мы говорим о уже нашем опыте, который уже состоялся, я сказал, что 5 человек мы освободили из тюрьмы даже, уж не говоря об уголовном преследовании, мы формируем мнение, прав, не прав, помогаем, не помогаем. И когда принимаем решение помогать, мы формируем нашу тактику, так скажем, да, лучше сказать, как мы должны поступать дальше, с какими органами входить в контакт, кого информировать, кого заставлять или там просить, или сейчас у меня больше полномочий заставлять принимать какие-то решения. Вот я именно об этом спрашиваю. Вот, например, по одному из дел, там начальник ФСБ был снят с работы в Костромской области, там судья был, ушел. По другому делу там вопрос решался в основном с прокуратурой. Прокуратура помогла. Только что на этой неделе был освобожден Меркулов в Уфе. Там его преследовали по надуманному, абсолютно, опять же, 159-я статья, надуманная. Человек сидел в камере предварительного заключения. Мы сумели привлечь внимание прокуратуры. Прокуратура сумела там в рамках надзорного производства освободить его из СИЗО. Хотя дело еще пока не закрыто, но из СИЗО его освободили. Я также пытаюсь понять, Ходорковскому, да, если мы
будем признавать, что есть какие-то, значит, нам необходимо сегодня действовать для того, чтобы поменять юридическую ситуацию, да, с Ходорковским, мы это признаем, то, конечно, мы будем обращаться, прежде всего, и включать наши возможности для того, чтобы он был освобожден. Мы должны понять, как, да, что неправильно в его деле. То ли это судебное решение, то ли это те решения, которые стоялись до этого, это могут быть различные обращения, пока я вам сказать точно не могу. Я просто пытаюсь понять разницу. Вот у вас есть опыт работы, вот этот вот самый центр, и вы говорите о тех пятерых бизнесменах, которые уже сегодня, на сегодня находятся на свободе, это ваш опыт общественного центра, да? Но, он не совсем общественный, ну, не частный, государственный, потому что там учредители являются Деловая Россия и Министерство экономического развития. Хорошо. Но при этом сейчас к этому центру добавились вы в новом статусе. Да? Какие у вас лично есть полномочия? Пока они только формируются, потому что вообще-то я есть, но института еще нет. Uh-huh. Институт должен быть сформирован по поручению президента до декабря, до конца декабря этого года, 2012 года. Поэтому там целый набор разных еще вещей, которые необходимо сделать, включая закон уполномоченного. И в этом законе должны быть прописаны полномочия. Пока озвучено, да, то, что мы, как бы, президент подтвердил, вот это что он то, вам что, обещал? То, что касается, например, всех обращений в наш центр, так это представлять интересы предпринимателей в судах, как отдельных предпринимателей, так и неограниченной так называемой группы лиц. То есть я могу представлять там всех молочников или аграрные предприятия, или как-то, значит, в зависимости от тех вопросов, которые стоят. Очень важное полномочие – это приостанавливать ненормативные акты. Это, конечно, не касается Ходорковского, потому что ненормативные акты я буду иметь возможность приостанавливать до решения суда. То есть закрыли там завод, да, даже если пожарники, то я вижу, что это какое-то выдуманное решение, связанное с коррупционным давлением. Я имею возможность приостановить это решение, но до решения суда. То есть сразу обращаюсь в суд, если суд подтверждает, что я прав, тогда, соответственно, эта норма отменяется, решение отменяется. Если нет, то оно восстанавливается. Поэтому вот это тоже очень большое полномочие. Кроме этого, я могу входить предположительно, да, сейчас мы над этим работаем, везде, включая тюрьмы. И в этом смысле я могу разговаривать с предпринимателями непосредственно. Там, если они отбывают срок или в тюрьме, то есть, или в камере предварительного заключения. Я могу выступать с предложениями и своими оценками нового законодательства, которое принимается, или старого законодательства. Ну, конечно, отменять не могу, но предлагать могу. Ну, то есть есть целый набор полномочий, которые сегодня в законе прописываются. Но я еще хотел добавить, что я не один такой там боец, который должен со всем бороться, потому что мы создаем целый институт омбудсмена, который будет состоять из нескольких важных очень элементов. Это, прежде всего, региональная сеть, то есть будут государственные уполномоченные в регионах, и общественная сеть. Потому что мне много сегодня будет помощников, которые будут помогать мне на добровольных началах. Омбудсмены по отраслям, например, там, по налогам, по подключениям электроэнергии, по всем проблемам, которые существуют между бизнесом и государством. А какие бы вы назвали основные проблемы, с которыми сталкивается бизнес в регионах? Вот я сейчас специально крупные города, наверное, вот Москву просто сейчас отдельно. Я думаю, у Москвы совсем иные истории. Это что? Вымогательство взяток за подключение электричества, приход в неплановые санэпидемстанции пожарных и вообще любых проверяющих. Что еще? Да? Не погрязните вы вот в этой мелочевке в результате. Проблема есть. Обращений очень много. Я сейчас получаю много обращений, там 40-50 в день. Вопрос. Конечно, есть те обращения, те жалобы, которые действительно имеют основания, а есть много которых, которые вообще, включая деление квартир, там, мы об этом не говорим, но из тех реальных проблем, которые существуют, сегодня
настолько серьезна эта проблема, что чиновники, где бы он ни работал, если у него есть немножечко полномочий, пытается капитализировать их, так скажем, через коррупционные схемы. Поэтому это касается практически всех органов. Мы сегодня смотрели и имеем обращение и по налоговой инспекции, и по Роспотребнадзору, и по разрешению на строительство, и подключение электроэнергии. В общем, практически везде. Но особенно в последнее время самое большое количество обращений от малого бизнеса. Сегодня идет вот это поголовное везде, борьба с киосками. И люди, владельцы киосков, которые не всегда продают табак и алкоголь, вот только что, например, обращение от малого бизнеса, который занимается там лотереей, продажей лотерей, везде есть сложности с муниципалитетами по выделению участков, аренде участков. У них пытаются отобрать эти места, переместить их. Ну, в общем, вот постоянная вот проблема, которая сегодня горит просто по вопросам мелкой торговли. Конечно, это занимает очень много времени. И, в общем, конечно, с точки зрения делового климата вопрос хоть и важный, но не самый. Все-таки производственные проблемы, именно проблемы того бизнеса, который реально стоит на земле, они торгуют чисто в киосках, конечно, они важнее для страны. А для страны с точки зрения имиджа? И для страны с точки зрения развития экономики, потому что, конечно, ну, ко мне приходят даже эти вот, как люди, владеющие киосками, мелкими точками продаж, и говорят, вот у меня с 89-го года три киоска, и вот сейчас меня там... Ну, неужели с 89-го года нельзя было как-то развиться для того, что если ты реальный бизнесмен, не сидеть торговать сигаретами, а все-таки заниматься каким-то реальным бизнесом, заниматься, ну, попытаться что-то производить, там хотя бы даже... Очень много людей, которые прошли эту эволюцию. Вот, ну, не захотели, торговли, но, тем не менее, они от этого не лишаются права на защиту. Нет, естественно, законы нет. Я просто говорю, естественно, они должны быть защищены, все должно быть по закону. Но с точки зрения развития экономики, конечно, хотелось бы видеть эволюцию, чтобы у нас в стране все-таки больше было именно предприятий, которые бы занимались реальным производством. В стране от этого будет лучше. Вы произнесли сейчас совершенно фразу. Ну, в общем, конечно, я умом-то ее понимаю, но все равно звучит она чудовищно. В нашей стране, где любой чиновник, который имеет хоть какие-то полномочия, пытается на этом заработать. Это вы можете себе представить? Мы с вами относимся к этому. Ну, ну, как, может, ну, не как к норме, да, но факт, с которым мы быть, имеем немножко, дело. Немножко обобщил я ситуацию. Я просто думаю, что любой, честных у нас нету. Еще бы я сказал, каждый, не каждый, конечно. Естественно, есть люди, которые полностью отдаются делу и которые работают честно и не имеют злых или корыстных намерений. Но, к сожалению, ситуация становится действительно реально критической, потому что очень во многих сферах, очень во многих регионах очень много проблем между бизнесом и представителями государства. Может, просто взять их и выгнать всех? А кто работать будет? Вы же понимаете, что тогда становятся все процессы, которые сегодня... Подождите, у нас есть, например, да, вот если взять вас, вы занимались бизнесом, да, потом стали заниматься общественной деятельностью. Сейчас вы находитесь уже практически на государственной службе. Может быть, да, из тех же самых малых, кто не дорос до производства? Ну, тут, конечно, каждый должен заниматься своим делом, потому что назначение на уполномоченного тоже не может быть просто взять любого человека из бизнеса и назначить. Конечно, должен быть какая-то подготовка, должен быть какой-то бэкграунд, который бы давал возможность это делать. Я давно в общественной работе, мы уже конкретно помогали, наладили технологию помощи предпринимателям, поэтому я как бы уже знаю немножко об этой теме и могу уже говорить о том, что, ну, я могу решать какие-то проблемы. А если просто взять человека из бизнеса и назначить его руководителем, там, я не знаю, какой-то инспекции, да, там, или контролировать чистоту улиц, то, конечно, это будет не всегда самый эффективный вариант. Поэтому здесь нужно эволюционный путь, здесь нужно растить, надо менять среду. Быстро, революционно, ничего не изменишь. К сожалению, революционные процессы приведут к тому, что уйдут старые,
а часто и не уходят, кстати, ну, просто берут намного больше, да, еще больше возрастают их ставки. А замены им не будет. И поэтому это будет такая переходная, очень сложный период, при котором без власти будет, наоборот, не только не улучшать ситуацию экономическую, но еще и будет ее осложнять. Все расходы, все себестоимости, как мы же все считаем по издержкам в бизнесе, все издержки вырастут. Еще больше. Да, поэтому здесь это все только эволюционным путем возможно решить, путем налаживания систем управления. Даже не... Ну, так скажем, по крайней мере, не только кнутом, потому что кнут не всегда эффективен. Ну хорошо, но главное, чтобы это было. Чиновник, прянь. Который там всю жизнь, что он находится на этой должности, он привык там брать условные 10 рублей с каждого, кто к нему приходит за разрешением. Вы что с ним будете делать? По-другому работать не умеет. Мы говорили о том, что это проблема, и я просто это уже не как уполномоченный, еще когда мы работали там, я работал в деловой России, у нас еще и правый поворот был такой, право-либеральный центр, о котором мы думали, обсуждали, что же в этой ситуации делать. Мы считали, что должна быть, конечно, объявлена очень серьезная программа, кампания, если хотите, типа тех, которые были объявлены или в Италии, «Чистые руки», или в Сингапуре, в Корее, когда действительно создавались центры особых полномочий борьбы с коррупцией, которые им давались возможности там, каких-то экстраординарных прав на какой-то период, которые бы осуществляли кнут, которые бы выявляли и наказывали. Но с другой стороны, всех, особенно в той ситуации, которая сложилась у нас, не накажешь, им надо дать выход. Поэтому мы предлагали амнистию для чиновников, которая одновременно бы с этим снижала бы вот этот фронт борьбы, потому что они все же фронтом станут против, да, новой организации этих с полномочиями, то дать им возможность расплатиться, там, в какой-то, как бы, оплатить налоги и уйти с работы. То есть дать им возможность выхода. Вот в такой ситуации... В такой ситуации вы опять получаете пустые кресла. Кресла, конечно, будут частично, да, просто уходить, но все-таки, да, к какому-то такому постепенному решению вопроса мы приблизимся. Но при этом мы с вами ведь прекрасно понимаем, что ведь зло не только от чиновников, да, безусловно. Если говорить о нашем бизнесе, то, во-первых, некоторые бизнесмены сами провоцируют, да, когда им проще дать взятку, чем разбираться, хотя, да даже, чем говорит о бизнесмене, даже простому человеку, проще дать взятку, чем заниматься вот этими самыми бумажками, которые там бессмысленны. Кроме того, бизнесмены уклоняются от уплаты налогов. Такое тоже есть. Ну, есть, конечно. И вы сами говорите, что к вам в центр обращаются разные, да? И те, кого действительно обидели, и те, кто, как вы сами сказали, рыльца в пушку. Конечно, но это были правила игры, к сожалению, да, потому что многие законы у нас даже принимались для того, чтобы их невозможно было выполнить, да, чтобы иметь всегда возможность держать бизнес на крючке. Конечно, есть предприниматели, которые, бизнес которых на коррупции, на темных схемах, зарабатывать деньги, но это, собственно, и бизнесом-то назвать сложно. Это не тот бизнес, о котором мы защищаем. Подождите, тогда о ком вы говорите, когда говорите, что если снизить налоги, то очень многие бизнесмены, они из этой самой тени есть выйдут? Есть просто огромная часть предпринимателей, которые бы с удовольствием работали. И сейчас многие, если у них позволяет их издержки работать чистую, есть те, которые, ну, вынуждены пользоваться определенным там набором каких-то серых схем, но тем не менее готовы были моментально обелиться, если бы им дали такую возможность. Просто возможностей нет. Кроме того, что надо платить еще коррупционную ренту, если для тебя закроют, да, просто ты не сможешь работать. Еще и нагрузка на бизнес высокая, экономическая. То есть сегодня электричество стоит в России столько же, сколько в Нью-Йорке. В Москве столько, сколько в Нью-Йорке. Поэтому понимаем, какая у них эффективность, да, и КПД бизнеса, и, то есть насколько у них производство совершенно другой производительности.
У нас сегодня проценты по кредитам стоят значительно дороже, чем сейчас там к нулевой уже отметке там, на Западе, да, в связи с кризисом стремится процентная ставка. А у нас сегодня по-прежнему там она растет, и сейчас 10-12%, потому что рубль достаточно стабилен. У нас сегодня, что еще назвать, налоги. Вот нам говорят, что у нас выше налоги, чем на самом деле, в смысле ниже, чем на Западе. На Западе другая производительность, хотя и там, если просчитать все как следует, окажется, что у нас сегодня налоги, они самых высоких в мире. Уж не говоря, не сравнивая их там или с Китаем, или с развивающимися экономиками. Такая нагрузка, которая сегодня на бизнес, даже налоговая, не позволяет их платить черным. Я могу привести пример. Вот был 26% у нас страховые взносы, раньше ЕСН назывался. Его снизили до 26%. Хотя мы говорили, что это все равно недостаточно. Вы там снизили просто на долю совсем чуть-чуть. Но 26% он существовал определенное время и позволил выйти бизнесу из тени. То есть мы фиксировали там вот в конце 2010 года, что у нас постоянный барометр, деловая Россия проводит анализ ситуации экономической каждый месяц, опрашивая предпринимателей. Так вот, 9% заявляли о том, что пользуются схемами по уплате зарплат серыми, то есть конверточными схемами. А когда ввели с 26%, увеличили до 34%, как бы мы ни кричали, ни орали, ни сопротивлялись, даже встречаясь там с председателем правительства Путиным в то время, прямо перед Новым годом, ничего не удалось сделать. Подняли до 36%. Через несколько месяцев, в мае 2011 года, мы зафиксировали уже 41% предпринимателей, которые платили зарплату в конвертах. Нельзя такие налоги. Мы просто, наш бизнес не тянет такие налоги. Мы дошли до предела издержек. Дальше работать нельзя. Или ты должен полностью уходить в темноту и становиться абсолютно черным, или ты должен закрывать бизнес и уезжать. Ну вот объясните мне, пожалуйста, вот в ситуации, когда вы встречались с Путиным, когда он был председателем правительства, вы встречались не только с ним, но и с другими членами кабинета, я сейчас имею в виду экономический блок. Вы, наверное, тогда им все это рассказывали, показывали на пальцах, и ваша статистика не является никакой секретной. Вы тогда ничего не добились, вас не услышали. Вы думаете, вас сейчас послушают? Ну, во-первых, потом немножко услышали, снизили. Угу. ЕСН все-таки снизили с 34 до 30%. Да, действительно. Это же в корне меняет дело. Ну, я думаю, что вы получите... Но цифра том, будет что, не сильно другая по опросу. Мы по все равно работаем. За это время кое-что удалось. Хотя бы, по крайней мере, начать программу. Сделали 100 шагов вперед в деловом климате, когда убедили Путина тогда, в декабре, получается, 2011 года, что деловой климат никуда, поэтому надо сегодня, смотрите, вот есть Doing Business, международный рейтинг, мы там на 120-м месте, надо двигаться вперед хотя бы до 20-го места. Он тогда объявил программу 100 шагов вперед, и мы сегодня пишем дорожные карты по каждому направлению, что нужно сделать там, в налоговой сфере, строительной сфере, там, во всех сферах, которые прежде всего влияют на деловой климат. Шаги вперед сделаны. Просто почему я могу сказать, тогда не удалось, да, потому что всегда бизнес, вот промышленность, реальный сектор экономики, не сырьевой, там, не финансовый, всегда у нас на втором месте. Это последствия сырьевой экономики, ментальности сырьевой экономики. Как бы мы красиво ни говорили о том, что нам нужна своя промышленность, инновационный сектор или прочее, все равно ментальность у экономистов и те, которые сегодня вершат экономическую, прежде всего, сколько мы доходов получим от экспорта, потому что это основные доходы страны от экспорта сырья, и как правильно их распределить, чтобы все были, значит, социальная сфера осталась не в накладе. Поэтому, убеждая их, а потом они говорят, ну как же, это же на бюджет будет. Вот потом начинается вот это бюджетное мышление, которое, кстати, очень наш великий либерал Кудрин, это главная тема его, бюджетная ментальность. Мы же выпадающие доходы, бюджет не доберет налогов, если мы снизим ставку, поэтому нельзя этого делать. И вот это убеждение, да, и Путина, и Медведева, и там, вот сложившееся общее мнение в экономической, так скажем, тех, кто управляет нашей экономикой сегодня, оно приводит к тому, что мы не выбираем путь развития, мы выбираем путь стабильности. Стабильность – это на нефтяных деньгах.
стабильно все, макроэкономические показатели стабильны. Но это не развитие. Но стабильность это до определенного времени. Но это лозунг нашей страны на протяжении последних 12 лет. Сырьевая экономика. Стабильность важнее всего. Откуда у вас уверенность, что завтра этот лозунг поменяется, что стабильность станет не важна? О том, что нам нужно развивать производство, извините, нам 12 лет тоже рассказывали. Это у нас оно развивалось 12 лет назад. Просто все это время были высокие цены на нефть. Не было необходимости задумываться. Они продолжают быть пока еще высокими. Но, во-первых, мы на грани второй волны кризиса, да, и, скорее всего, длительной стагнации в европейских странах, не только. Это может касаться и Китая, который сегодня снижает темпы роста, значит, снижает объемы потребления сырья. Это касается и американской экономики. Поэтому основные потребители сырья сегодня будут снижать свои закупки. И это будет неминуемо сказываться на общих ценах на нефть. Это все понимают. Кроме этого, наши расходы выросли до такой степени, да, что сегодня даже с этим уровнем цен на нефть мы уже не справляемся. Ну, мы сегодня имеем позитивный бюджет пока, да, профицитный, но тем не менее мы понимаем, что с этими расходами нам дальше, если они будут продолжать расти, они должны будут, чтобы сохранять социальную стабильность, они вынуждены будут расти, то даже с этим уровнем цен на нефть мы уже не справляемся. Поэтому это постепенно приходит. Это очень сложно, это действительно в условиях, когда главное это все-таки доходы от экспорта сырья, сложно меняться, сложно рисковать. Но тем не менее, все больше и больше понимания, что это придется делать. Многие ли ваши знакомые, коллеги по бизнесу отказались от идеи вести бизнес в России? Ну, вы знаете, в деловой России мы такого, вот прям вот, скажем, на уровне генерального совета нашей организации не видим. По крайней мере, я не знаю ни одного человека, который пока вот закрыл свой бизнес и уехал. Но, наверное, это связано с тем, что мы не такие большие, мы все-таки средний бизнес, и наши активы здесь, да, мы привязаны к земле, нашей собственности. Знаете, там, есть что терять, кроме оков. Так вот, поэтому движение не такое явное, но могу сказать, что в деловой России, в регионах определенные локальные движения наметились, например, мы видим сегодня совершенно явную тенденцию ухода бизнеса там, из Томской области, из Оренбургской области, даже из Волгоградской области в Казахстан. Потому что если у нас нагрузка, вот тот вот ЕСН, который снизили с 36 до 34 до 30%, то у них он 11%. И вообще на 40% ниже налоги. И тарифы естественных монополий значительно ниже. И инвесторов, там, знаете, как пылинки с них сдувают в последнее время. Поэтому, конечно, там другой деловой климат. При этом у нас абсолютно свободные границы. У нас нет пошлин. Поэтому лучше сегодня молоко делать не в Оренбургской области, в ферму, да, открывать, а перевезти коров в Казахстан, там доить молоко и привозить его обратно и продавать тем же российским гражданам. То есть это выгоднее выходит для подобного бизнеса? Издержки ниже, естественно, риски ниже. И, конечно, а молоко-то оно можно, ну, молоко, естественно, пастеризованное, довести до того же потребителя в Оренбурге без проблем из Казахстана. Как вы думаете, это можно побороть, вот этот вот уход регионального бизнеса в соседнюю страну, все-таки Казахстан это другое государство, если что, снизить налоги, опять снизить ЕСН, это единственный выход? Нет, так есть, это единственное, что нужно сделать? Нет, целый комплекс. А еще чиновников поменять? Да, комплекс проблем, потому что деловой климат состоит из очень многих факторов. Вот, по-моему, 16 факторов только в этом рейтинге Doing Business. Но и не все они охвачены этим рейтингом. Поэтому это и налоги, и тарифы, и административные процедуры. У нас сегодня на таможне грузы стоят месяцами. Вот сейчас мы в дорожной карте прописали, что оформление должно быть за час, даже меньше. Потому что против гарантии должны пропускать автомобили на таможне. Вот если это поменяется все, если у нас главное, вы знаете, общий настрой. Потому что сегодня для нас в стране главное решение социальных проблем.
Да, вот все говорят, пенсионеры, учителя, военные – это наше все. На самом деле, надо понимать, что да, социальные, конечно, группы, особенно незащищенные, важные для развития страны, это важно. Но хорошо они жить, и обеспеченные, нормально жить, они могут только если в стране создается собственность, стоимость новая, если страна, экономика страны работает. Поэтому важнее сегодня поддерживать предпринимателя. Тогда он будет создавать новые рабочие места, и наша страна будет жить не только лучше, но она будет намного эффективнее, намного конкурентоспособнее. Люди будут стремиться что-то делать. Еще одна черта сырьевой экономики, извините, я об этом не раз говорил и вынужден еще раз сказать, это иждивенческие настроения. Потому что сегодня в стране, в связи с тем, что в основном люди получают свою зарплату или пособие из бюджета, у людей нет желания работать. У них есть желание получать. А у нас что, такие безумные пособия, что можно на это жить и ничего не делать? Вы знаете, разные. Ну, уровень жизни в стране значительно выше, чем в Китае, например. Или среди всех стран БРИКС, которых нас пока еще относят, хотя мы, конечно, выпадаем оттуда по темпам роста, у нас самый высокий уровень жизни. Поэтому сегодня... Я думаю, что стоит напомнить нашим зрителям, что такое БРИК. Это Бразилия, Россия, Индия, Китай. Да. Неудивительно, что у нас самый высокий уровень жизни. Менее, возьмите Бразилию, быстрый... Индию, например, да, и Китай. Ну, если видели, в Индии что такое $5? Если наши телезрители, многие наверняка это видели в Китае, уровень жизни, как сегодня, да, там строится инфраструктура, аэропорты, дороги, сколько там развивается бизнесов, и китайцы уже далеко не мало получают. Но у нас-то происходит рост неэффективный, потому что зарплаты растут даже в этом году уже больше, чем на 10%, реальный доход населения. Но инфляция, который сжирает большую часть этих, и мы ничего не производим. Мы сегодня страна все меньше и меньше как бы становится производителем. И рабочих мест становится все меньше и меньше. Ну, естественно, если ничего не производим, то и работать, в общем, на самом деле людям негде. Разве что вот в эти самые чиновники идти, если обладать соответствующими знаниями. Но я хочу все-таки вернуться к вопросу экспорта, но не сырья в данном случае, а скорее мозгов и денег. И импорта в том числе. Вот вы говорите, что вы практически не знаете, чтобы люди, ну, то есть не общались с такими, кто закрыл свой бизнес в России и уехал. Я этого не сказал, я сказал про деловую Россию. Да, про внутриделовой России. Вот история как бы с Томской областью, с Волгоградской, с Оренбургской, с уводом бизнеса в Казахстан, она понятна. А вот у нас, как вы говорите, очень непривлекательная страна с точки зрения ведения бизнеса и производства. Тем не менее, знаете ли вы историю, когда люди сюда приходили в последнее время? Понятно, что в 2000-е годы был самый привлекательный рынок. Конечно, новые бизнесы открываются, естественно, да, что, но их мало, но они появляются. Просто в некоторых отраслях еще норма прибыли достаточно высокая, и бизнесы растут. Наверное, даже про свой бизнес, с которым пришлось расстаться, могу сказать, что он растущий бизнес. Да, и мы просто отвоевываем часть рынка у других производителей, имеется в виду шампанское, которые за счет нашей новой маркетинговой позиции, ну, есть предприятия, которые более современные, которые могут работать на рынке, отвоевывая свои позиции. Но в основном в последнее время наши предприятия, особенно наши российские инвесторы, они не очень любят рассматривать программы расширения. Я уже сказал, почему. Но прежде всего, потому что очень высокие еще и процентные ставки, очень стоимость денег очень высока, кредитных ресурсов. Поэтому основные инвестиции все-таки как бы западных компаний, которые сюда, крупных западных компаний, которые приходят, открывают, учитывая большой спрос в России, на, поскольку денег в стране много от финансовых, и что у нас уровень жизни выше, чем в других странах, они рассматривают здесь возможность создания в основном, конечно, производства последней стадии, то есть там, сборки автомобилей. Ну, сборки. С другой стороны, это ведь тоже решение, в некотором роде решение это, ряда социальных проблем. Рабочие места не создаем. Да. То есть для Калуги, я думаю, открытие Калуга у них... Калуга – это очень интересный и важный пример, когда действительно создали... В общем, на голом месте там нефти и газа нет. Да. Только на политике, на открытости властей, на привлечении инвесторов, специальная работа с инвесторами, создание нового делового климата в отдельно взятом регионе.
создали реальный экономический кластер. Да. Да, то есть на самом деле ничего плохого в отверточном производстве нет, а более того, потребители в стране существуют. Если стимулировать еще дополнительными мерами постепенно, вот, например, с помощью локализации, да, обязанностей по локализации части комплектующих изделий, то есть предприятия, приходящие с отверточной сборкой, обязаны часть комплектующих покупать на российском рынке. Как-то вот тут сразу я как автомобилист начинаю волноваться. Вот как-то сразу волнительно. В этом ничего страшного нет, потому что многие покупают там уже российское производство там сиденья, да, потому что пришла уже тоже американская компания, которая делает сиденья в России, но из российской ткани. То есть везде кто-то собирает фары, там кто-то занимается там подвесками. Ну, где-то всегда можно найти локальное производство, которое на хорошем качественном уровне, а там очень высокие стандарты качества в западных, прежде всего, как я говорю, автомобильных компаниях, поэтому требования очень высокие, поэтому я не думаю, что это влияет на качество сборки. Но видите, какое ваше отношение? Mm-hmm. Если мы говорим о российском производстве... У меня просто недоверие к качеству, вот и все. То не надо, в общем, всегда есть большие опасения. Хотя... Ну, смотрите, я при этом ничего не имею против отвертки. Да? Отверточного производства я имею в виду. Я признаю это. Вещи мы можем делать здесь, потому что инвестор — это не только Иванович Иванов, который решил вдруг ни с того ни с сего производить для вас калоши. Но это и компания, там, назовем какой-нибудь «Саламандр», да, которая придет сюда, и вместо того, чтобы завозить обувь, будет здесь эту обувь шить из нашего... Это понятно. Поэтому вот это тоже инвестор, а это вот производство такие инвесторы, очень важно. Они нуждаются в вашей защите сегодня? У них есть сегодня проблемы? Есть проблемы. Некоторые доходят до... В общем, было бы очень смешно, если бы не было так грустно, потому что многие из них просто на голом месте получают проблемы по текущим своим делам. Некоторые получают глобальные проблемы. К сожалению, к иностранным инвесторам относятся, ну, не лучше, а иногда даже... Как что дыны они, знаете, корове. Как, да, такие сладкие. Просто все... С ними получить можно больше. Все сразу вспоминают историю прихода Икеи в Россию, да, поскольку уже книжка написана, где честно и подробно было рассказано о том, сколько взятых надо было дать. Ну, тем не менее, сегодня Икея все-таки развивается, слава богу. Хотя проблемы, особенно там, я знаю, башкирские их проблемы были очень высокими. Ну, но они же отказались даже, да, от одного магазина в регионе, когда не смогли преодолеть... Просто отказались платить и сказали, ну хорошо, значит, в этом городе магазина не будет. Ну, некоторые вещи, например, просто иностранцы, наверное, для них это дико, но я могу один пример рассказать иностранной компании, которая выиграла арбитражный процесс аж в 2003 году. Им должны, компания, все три инстанции прошла арбитражный, должна там больше 3 миллиона рублей, не такая большая сумма. Но с тех пор они борются, эти деньги к ним так и не поступили. Уже прошло почти 10 лет. При этом в 2008 году эти средства поступили на счет судебных исполнителей. И до сих пор? С 2008 года они даже судебные исполнители им не отдали эти деньги. Понимаете, ну просто некоторые вещи, ну, из области... Абсолютно. И вот когда... Непонимание даже. И когда вы рисуете вот эту самую картину, которую вот у нас почти час мы с вами говорим, вы рассказываете, я думаю, вот кого здесь можно... Понятно, что всем нужна защита. Но, может быть, проще с криком «А ну его!» Ну, и что будет со стороной? «А ну его!» — этот бизнес. Я сейчас не сказала «Чемодан, вокзал, вперед!» Да? Я имел в виду... Вопрос в том, что, наверное, и хочется делать бизнес здесь, потому что не очень комфортно, как бы не был комфортен деловой климат. Для предпринимателей всегда сложно делать в чужой стране предприятие, не имея базу своей родной. Поэтому хотелось бы развивать бизнес здесь многим предпринимателям. Но, с другой стороны, время приходит. И мы чувствуем, что сегодня ситуация должна меняться, потому что... Внешние и внутренние стимулы говорят о том, что придется. Или нам придется меняться, или...
даже себе сложно представить, Да, мне все, что остается, Борис Юрьевич, это пожелать вам удачи в этом нелегком деле. Спасибо, она нам нужна. Она вам точно не помешает. Спасибо вам большое. Я напомню, что сегодня героем нашего времени был Борис Титов, уполномоченный по защите прав предпринимателей. Напомню, эта должность не так давно появилась в нашей стране, всего лишь навсего летом. Президент принял решение создать человека, который будет защищать права бизнесменов. Программу провела Екатерина Шергова. Я на этом с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи.